Гонками спортсменов и массовыми заездами любителей открылась в эти выходные лыжная трасса на Русском острове. Отлично подготовленная лыжня, бесплатный прокат снаряжения, теплые раздевалки, буфет – все это к услугам жителей и гостей Владивостока. С открытием нового спортивного сезона на русской лыжне всех присутствующих поздравил глава Владивостока Константин Шестаков. Начинается работа нашей лыжни, и до весны мы будем рады вас видеть здесь. Природа нам только помогла, и снега стало только больше. Мы смогли подготовиться чуть лучше. Вас ждет хорошая трасса, и 600 метров, и 1,5 километра. Поэтому в любой день приезжайте сюда, берите прокат лыжи, приводите своих друзей, вовлекайте их в то, чтобы они наконец-то почувствовали, что такое лыжи в городе Владивостоке. Поверьте, вам очень понравится. Напомним, в пункте бесплатного проката готово к выдаче 350 пар лыж и ботинок. Лыжная трасса работает ежедневно с 10 до 22 часов. Время работы пункта прокат снаряжения ежедневно с 12 до 18 часов. Кроме того, напротив лыжной трассы на территории школы номер 5 открыт каток. Коньки также можно взять на прокат бесплатно.